Картошечку передайте, на что поставить, чтобы не двигалась тарелка. А если ты случайно пальцем зацепишь? Вот так и цепляю, то, да. Так что, буду с твоей кожей есть? Ой, видишь? Я с ногтями буду есть. У меня ногтей нету. Срезала все. Обтяжка. Я приготовилась. Я их подрезала. Так может, ты не спеши так сильно? А то и с пальцами придется есть. Сейчас чайник закричит. Да, пускай. Давай его это чая какого закину. Заливай сюда чаек. Так он еще не закричал. Все, он закричал. Наливай сюда. Зачем? Чай будешь пить. Вот я чистил картошку с 17.40 до 18.30. А ты бы за сколько ее почистила? За 10 минут. А я 50 чистил, представляешь? Что за ерунда такая? Это моряса. Это. А за сколько ты ее потрешь? Если бы солдаты так чистили, так все голодными остались. Так солдаты с кожурой прямо чистят. Ага. Ну, ты зачем, сколько я ее тру? Минута 56. А, ну так вот, а рука уже устала. Вот так. А их еще 8 штук. Ну, вот. А, и там а еще... ты думаешь, труд легкий. Это может твой труд. А где маленькая? Тут уже. Ты есть маленькую стерла уже? Ну, видишь, значит, 11 будет. Это труд. Это мужчина должен дранички тереть. А может, надо... А я поджарить. А может, надо включить... Миксер с питанием. Запахло. Знаешь, чем? Да. Запах такой ароматный. Ну, он только пахнет, а вкус не такой ароматный, как запах. Да? Так. Да, это трохи. Туда эту жидкость. Что, она лишняя? Ну, еще они жидкие потом будут, драники, растекаться. Вот не надо жидкие драники. А это что, ненужная жидкость, да? Где? Кахма. А если там картошка утечет? Страшно. Меньше поедим. Не хочешь подрать? Выключи свой таймер и подери. О, так а для чего я тебя чистил? Для тебя. Для себя любимого. Для себя любимого. Так, это сейчас почистить. Так, осталось только самому приготовить и все. А я тебя нажарю. Так это самое просто, я и сам могу нажарить. Просто сил нету. Тостатюрки такие, что... Так а чего нету этой... Здесь же была раньше. Так она у меня стоит. Тёрка. И вы не пользуетесь, да? Иногда, когда на всех надо, на много надо. На тарелку драников, да, не тоже стою и мучаюсь так. Чего? Это запускала бы? Можно включать. А сколько из этого всего драников получится? Сейчас ты посчитаешь. Да? Ну, нужно куда-нибудь делать. Сейчас мы тоже готовим. Потому что за это время надо было поставить это, чтобы курица варилась. Бульон. Зачем она надо? Борщ можно не делать. Не делать? Макароны еще есть. На что это еще есть? Не знаю. Короче, надо долго тереть. Да, это долго. Выключай. Когда все потрем, дальше будешь дальше записывать, что с ней делать. Задралась я уже. Чистить.
Морковь. Сирение тут. Ну все. Ведерки такие старые. Тупые. Надо умное купить. Дальше. Что делаем дальше? Дальше сюда. Еще сюда вот это выльем. Так. Так. Сюда мы сейчас натрем. Так, пускай потом тут стекает. Сюда мы еще на такую терку натрем. Лука. Лука. А он там нужен? Конечно. Он ароматик придает. От лука картошка не так драники темнеют. Немножко. А если они потемнеют, то что? Ну, лук черные драники. Черная? Просто лук не дает им сильно темнеть. Нет. Луковая эта кислота. Ну, хватит его чуть-чуть. Это пойдет. На это. Чуть-чуть. Вот так вот. Капельку. Да, вот столько. Хватит. Так. Да. Так, теперь сюда соединяем. Все, так. Соединяем. Теперь сюда. Ого! Целую жменю соли. Две. Че две? Щепотку. Это тебе так показалось. Так, сметанка у тебя открыта? Нет еще. Нет, давай сюда ложечку сметанки. Сметану еще сюда надо. Ложечку. Более пожирненькие. Перемешали. Так. Яичко. Есть яичко? Наверное, есть. Яичко возьмем. А, так это не это. Это вареное. Вареное, значит, надо съесть и сегодня. Что оно лежит? А вот это, да, это то, что надо. Так, яичко берем. А я и не знал, что сюда надо яйцо и сметану. Можно не ложить, делаю как, чтобы вкусненько было. Да? Можно и вообще одну картошку подрать. Будет невкусно? Без лука, без ничего, и сделать, если ничего у тебя нет. Ладно, ложечка. А если есть, то все будет вкусно? Так, вот и мешаешь. О, каша-малаша. Вот смотри, вместо миксера неплохо получается. А что это? Зачем мне миксер? Да. Собственноручного исполнения. Да, там же кровь была. Где? Кровь вот на этом пальце. Ее уже давно нету. Блин. Мне будет невкусно. Чудик, так, включаем газ, греем на горячую сковородку, это надо делать. На горячую? Да, на горячую, чтобы они аж отскакивали. На горячую сковороду делаем. Ну и маслица сюда. Вот. Так. Ну, сейчас жарить. Разогреваем, чтобы горячее было. Так. Пикашки положить пока полтинник? Да, пока что. Так. Мне кажется, начинается дело принимать процесс, да? Серьезный оборот. Начинается процесс. Взрывы какие-то идут. Ходи, взрывы, да. От этого бывают взрывы. Так. Ну, уже не забыли гранички. Сковородочку. Ого! 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 Это вода вот попадает, это вот можно не открывать эту воду. Это масло попадает в водичку, в масло, и тогда начинается пальба. Пальба? Да. Как с пучки. Все, мы перебиваем. Все, щит положим. Так. И все? И сколько оно должно жариться? Все, только
буквально пару минут пережарится, сейчас мы их перевернем. Перевернем. И сколько? Тоже 2 минуты, да? 2 минуты должно? Ну, сейчас посмотришь. Ну, видно, по-другому. Сейчас посмотришь. Вот это же картошка, это не мясо. Видишь, сколько воды? Можно было еще постоять, чтобы слилось. Ну, вышла вода. Ну, здесь еще вот сметанки. Ну, да, хорошо, уже замешано. Уже замешано, да. Поэтому ничего не буду сливать. Ясно. Так. Лук можно использовать. Что-то оно горелым пахнет. Горелым? Ну, запах какой-то такой. Наверное, масло не по всей сковородке распределилось, да? Нет, все хорошо, все даже не пожарилось. Так ты определяешь, должны края почернеть? Приличнее должно быть. Видишь, беленькое еще пока, видишь? Да. Ну, оно должно быть покоричневее. Должно быть. Вот если сильно там капало туда, не брызгало, можно эту водичку снять немножко, чтобы оно сильно сковородку не брызгало, вот это конденсат этот. Ясно. Так, а это что, сахар? Сахар. Для чайка. Что многовато? Ну ты что? Ничего многовато. Чай накачай. Так, интересно, рис у тебя остался? О, как раз рис еще есть. С тобой положим рис сейчас тушится. Рис тебе сделаю и суп. С этого. Шина. Ну, рис есть. Так, смотрим. Так, что видишь, там? Видишь, коричневенькое жарится? Коричневенькое. Видишь, краюшки? Не вижу. Краюшки жарятся. А, ну да. Видите, вот да? Такое коричневенькое. Хорошо. Вот уже можно переворачивать. Раз так. Мы видим, что краюшки так. У нас. Видишь, какие красивые? То, что надо. Красивые краешки у нас. Да, со сметаночкой. Вот так вот немножко в масле все попало. Так. Так. Вот так. Это сколько получилось? 6, 5, 6, 7. Вот огромное. Красивые. Плохо тратишь. Угу. Вот такие дранички. Вкусные. Тарелочка с драничками. Вот они какие. Вкуснецкие. Дранички.